Привет, воронежцы! Ноябрь совсем растекся в лужах. Чем же еще он нас может удивить? Трудно предсказать. Но вот то, что будет на ближайших выходных, сейчас расскажу. В субботу облачная погода продержится весь день, без осадков. Днем столбик термометра покажет плюс 2 градуса, ночью 0. В воскресенье мелкий дождь сменится мокрым снегом. Днем все те же плюс 2 градуса, ночью 0. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Их увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Telegram. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера прямо сейчас. Телефон в описании.